Гадкий я 2. Ты и правда спасешь мир? Еще как! Никчемный я 2 – это игра по мультфильму, который выходит в прокат 11 июля этого года. По большому счету, она представляет из себя клон такого раннера, как Subway Surfers. Но как это ни удивительно, у нас тут клон с куда большими возможностями, чем у оригинала. Начать стоит с того, что по уровням вы носитесь как вот в такой вот привычной проекции, так и вот с таким ракурсом камеры. Периодически меняется и управление. Оно скачет от сенсорного к управлению при помощи акселерометра. А на всех уровнях здесь просто какое-то неприличное количество бонусов. Их больше, чем в Subway Surfers. Ну а абсолютно отличительной особенностью этой игры от других раннеров является наличие, не поверите, сюжета. Ну, если точнее, то периодически нам придется бороться с боссами в таких себе мини-схватках, и сделаны они довольно прикольно. А вот вместо реактивного ранца нам предлагают полетать на ракете. Причем герой садится на нее задом наперед, и весь полет весело улюлюкает. Рот у него вообще не затыкается, всю игру он что-то бормочет, причмокивает и без конца хохочет. Юмор, кстати, еще одна отличительная сторона проекта. К примеру, вот так в этой игре выглядит быстрый старт. А вот так один из вариантов костюма для вашего миньона. В общем, как-то странно это говорить, но игры по фильмам именно на Android очень часто делают с большой душой. Так что не видим причин, почему бы вам не поиграть и в эту игру. Тем более, что серферы последний раз обновлялись уже довольно давно.